прошлом сегодняшнее. Это сейчас солнце садится и сходит, но это явно не для нас. Мне сложно понять смысл детской песни, сложно написать самому. Мы не разделяем суть местных интересов и не разрешали начинать войну, войну. Слушать сказки и не взрослые, чтобы им читать, какая жизнь, боевик или драма, где главную роль играешь ты сам. Завтрашнее — это в прошлом, сегодняшнее — это для нас. От этой жизни нужно брать все опытом и использовать каждый свой шанс, шанс. Песенка!